По мере того, как Европа выходит из пандемии, ей необходимы инвестиции для ускорения восстановления экономики и создания рабочих мест. Но инвесторы колеблются. Чтобы побудить их финансировать больше проектов, на помощь приходит программа InvestEU с гарантией в 26 миллиардов евро из бюджета ЕС и 7 миллиардов от банков-партнеров. Ожидается, что она сможет привлечь около 370 миллиардов евро в виде государственного и частного финансирования. Деньги пойдут на проекты, которые способствуют инновациям и переходу на цифровые технологии, поддерживают малый и средний бизнес, особенно сильно пострадавший от ковид-кризиса, способствуют социальной интеграции и развитию устойчивой инфраструктуры. Плюс не менее 30% всех инвестиций должны поддерживать создание более зеленой Европы.